Путин Владимир Ильич сказал о том, что тот, кто хочет использовать и нарушить межнациональное и межконфессиональное согласие в России, является предателем России. Вот мы, в принципе, все этого поддерживаем, и вся своя работа направлена на то, чтобы у нас был именно вот этот надежный фундамент. А фундаментом является межнациональный, межконфессиональный мир Российской Федерации. Поэтому мы это лучше всех, наверное, понимаем, чувствуем. Я, конечно, рад приветствовать вас. То, что я вас принял здесь у себя дома, этим тоже хочу подчеркнуть. У меня братское такое уважительное такое отношение к вам. Я думаю, вас хорошо встретили, конференцию хорошо провели. И вот такие конференции, такие встречи, то, что в Дагестане межнациональных таких непонятных вопросов нету. Каждый раз вы сами и убеждаетесь в этом, я тоже убеждаю, что мы становимся друг другу ближе, уважение больше. Совместными усилиями, я думаю, у нас все получится. Дагестан мы приезжаем всегда как к своим друзьям, к своим братьям. И особенно, я думаю, многим народам нужно учиться в Дагестане тому мирному сосуществованию, которое действительно в этой республике есть, благодаря усилиям религиозных деятелей, благодаря усилиям лидеров различных народов, и благодаря власти, которая сегодня есть в Дагестане. И я думаю, таких мест очень мало на земном шаре, и поэтому пусть Аллах Субхана ва Тааля сделает благословенным эту республику, его народы, и чтобы они дальше также, являясь примером для многих других народов, продолжали счастливо, мирно жить, иншаллах, и созидать свою республику. Я также хотел бы поприветствовать от имени нашего уважаемого муфтия Альбир Хазрат Кырганова. Он передает свои теплые, искренние приветствия, милости Всевышнего. Как не приедешь в Дагестан, всегда действительно наталкиваешься только, в принципе, в основе своей на добропорядочность, на доброжелательность, на хорошее отношение к тебе, на хорошую встречу. И приезжаешь действительно в Дагестан как к себе домой. И я думаю, иншаллах, дальше будет не просто хорошо, а еще лучше, наверное, будет. Пусть будет так, иншаллах. Будем делать за это дуа. Очень довольны такой теплой встречей. Побывали сейчас в старинном городе Дербент. Это достижение ислама в России. Это не первый год уже, больше тысячелетия. Наша обязанность сохранить и дальше передавать нашим детям, внукам ту справедливую, честную нашу религию, которую оставил нам пророк Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям. Мы с Алтая, далеко Алтая, где Алтай, как вы знаете, что Алтай колыбель тюркского народа, тюркизичного народа. Мы всегда гордимся Дагестаном, что вы правильно сказали, что коренные, многонациональный народ коренной, живет в мире и согласии. Это мы всегда говорим нашим братьям и сестрам, которые живут далеко Дагестана. Для нас вы являетесь примером, это дагестанский народ для нас это пример. Пусть Аллах Субхана ва Тааля даст вам баракат вашим всем правильным делам. От муфтии Чеченской Республики Салахаджи, салам вам передаю. Мы дружили, иншаллах, дружим в этом доме не первый раз. Вот что я хочу сказать молодежи Дагестана, вот, и здесь очень многонациональная вот, республика, через митинг ничего не решается никогда. Вот у вас есть очень мудрый, очень богобоязненный муфти, и алимов есть, совет алимов есть. Ну, посоветоваться, что, как, к чему, вот так надо вопрос решать. Мы знаем, вы очень заняты, но тем не менее вы нас приняли. Спасибо большое, Бартол. Бисмиллахир рахманир рахим, уважаемый шейх муфти. Я приветствую вас от имени Кыргызского народа. И сегодня мы провели хорошую конференцию. Иншаллах, завтра тоже будем вместе.
и желаем всем мусульманам мир и благополучия и здоровья. Я бы сейчас... Знаете, чували?